Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Макс Пейн. Сдается мне, что мы уже близки к развязке. В ближайших сериях 3-4, возможно, мы и добьем эту игру. Так, суть в чем, я не играл в игру уже порядком, давайте вспоминать сейчас, поэтому меня, скорее всего, будут убивать, прежде чем вспомню, а потом, как вспомню, меня все равно будут убивать, просто потому что игра такая. Так, идем сюда? Нет. Возможно, нам тогда... куда нам идти? Сюда? Мы находимся в каком-то частном имении, тут скрывалось... Хотя, как скрывалось? Короче говоря, здесь у нас была встреча с неким тайным сообществом, которые хотели нам помочь в борьбе против корпорации Айзир. Но в итоге пришли торпеды, собственно, Айзира, и поубивали всех. Как слышите, народ тут уже совсем прошаренный. То есть спецы они и есть спецы. И скотина все равно успел меня зацепить, хотя в него высадил уже картечи, просто я не знаю, там несколько кило. Так. Ой, блин, за столбиком спрятался. Да увидите, да, я даже в замедлении лечу, и все равно... Да, блин, твою мать. И забываю сохраняться. Может, что самое главное, я отвык. Ну да ладно. В принципе, пока недалеко убежали. Короче говоря, даже в замедлении я лечу, и то успевает мне засадить патроны. Так, явись. Вот явись. Хорошо, Джекхаммер хорош, конечно. Так, сохраняемся. Так. Давай, браточка. Да блин, что ж ты вечно за столб-то прячешься? Хорошо. В этот раз у нас пошло более гладко. Это меня радует, надо отметить. Правда, Джекхаммер уже кончается, но зато патронов для кольта полно. А кольт мне нравится даже побольше. Так, ладно. Блин, что соскучился по игре. После всяких неторопливых Silent Hill'ов. Играть в такое, это, конечно, круто, по-моему. Блин, идем? Тихо. Офигеть, у него лазерный прицел. Так, тут мы не попадаем, похоже, да? Придется идти к нему куда-то. Или нет? Не совсем понял, куда идти, но да ладно. Сейчас мы его снимем, а там уже посмотрим. Война план покажет. Так, хорошо. Сохраняемся еще раз. Потому что сейчас... Ой, подожди. Это же было закрыто. Ну ладно. Тут у нас прям-таки кладовая. One of the monitors showed what was left. On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap. Один вломил своих, похоже. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Inner circle. Тихо-тихо-тихо, ребят, не пылим. Короче говоря, вломил своих ребят, этот гад. За что, в принципе, он нам сейчас ответит, я думаю. Ах, попал. Ну, вообще, ладно. Пора было уже прервать эту полосу везения. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой-ой-ой. Потому что давно у меня никто не попадал. Я же прям поразился своему скиллу. Это, по-моему, не очень верно. Меня должны убивать, я же, по словам многих в комментариях, играть не умею. Ну ладно. Хейтерс, как говорится, gonna hate. Так, я слышу. Сейчас сверху прибегут, похоже. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Понято. Понятно и понято. Так, короче говоря,
Сейчас у нас с лифта приезжает один. Один там наверху сидит. То есть спереди и сзади одновременно. А, нет. Скотина, ты посмотри, все равно успевает. Так, второй сполошился, нет там. По идее, ему надо бы сейчас подбегать уже ко мне. Хедшот. Так, я могу на этом уехать куда-нибудь, нет? Нет, к сожалению. Видимо, какой-нибудь биометрический сканер тут. А, не буду судить. Как-то странно, надо отметить, он держит свою винтовку. Как ниг какой-нибудь. Нормально. Спецназеры что-то вообще хренеют уже. Они, походу, решили весь со мной разобрать вообще к чертям данное сооружение непонятное. Так, со спины не приедет сейчас никто. Скотина. Слабак. Давай, давай, давай. Хорош. С патронами все печальнее и печальнее. Так, тихо. Блин. О, ребята, тут нас, похоже, много всего веселого ждет. Так, здесь, я думаю, нам джекхаммер пригодится. Прекрасный американский дробовик. Так, я так понимаю, я тут не пролезу. Ну ладно. Покосал, конечно. Ах, гад. Так, хорошо. А, они еще и разносятся, офигеть. Готов. Там сейчас еще один должен прибежать. Но мы пока сохраняемся. Почаще сохраняемся. Потому что можем. Дают, как говорится, беги. Ой, ну вы поняли. Дают, бери, бьют, беги. Тогда выбегай. Скотина. Да где ты, мать твою, за ногу? Что по рации говорят, по радио. And what is your answer to those saying that he's actually providing service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped. That was Deputy Chief Jim Bravura from the New York City Police Department. Бравура что-то там нервничает. Слушай, ну, трупов тут, конечно, уже счет на сотни пошел. Макс что-то вообще в ударе. Все равно зацепило. Но зато кетчупом всю стену забрызгал. Так ему и надо. Так, подлечимся, сохранимся. Да нам, в принципе, он туда похоже. Так, тут у нас хорошо. М79. Это нам явно пригодится. Так, чё, откуда ништяки прилетят? Ага, понятно. Умер, нет? Умер. Хорошо. Патроны что-то совсем все печально становится. Но потихоньку набираем. Не так быстро, как хотели бы, но... Так, экзит, выход. Не судьба. Ага, понятно. Тут у нас... Видеотейп lay on the desk. Nicole Horn had blackmailed the inner circle into silence.
The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper. I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin. But I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Понятно. Компромат. Так. У нас приемная, а там, собственно, директорские покои какие-то. Woden had left me a present. Ну да, это его как раз-таки рабочий стол. И Woden оставил нам какой-то подарок. Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. Ну да ладно. Я думаю, Максу все нипочем. Справимся. Что по телевизору кажут? Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. Incredibly, the stocks are still rocketing. Worried experts already see a danger in the company's success. Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become an even bigger monopoly than Microsoft ever was. Понятно. Так, как там, что за марка у телевизора? Компелла? Ничего не говорит. Возможно, здесь скрыта какая-то шутка. Кто ее понял? Я, честно говоря, не догнал. Так, это прилег, хорошо. Патронов опять не особо много. Я точно могу сказать, что послужит причиной падения корпорации Айсир. Это Макс Пейн. То есть до того упертый чувак, что данной корпорации, на мой взгляд, уже падает. Уже ничего не поможет. Твою мать, ты посмотри, что творится. Че, как у тебя там патроны кончатся? Хорошо. Сохраняемся. Пока что все идет довольно-таки гладко. То есть как? Конечно, сложно, опять же, дико, но мы уже привыкли к этому. Так, я так понимаю, мне отсюда выбираться уже надо. О, ребята. Ах, себя подзорвал, все забываю, какой у них бешеный урон. А, так. Так, сейчас, ребята, вам будет подарок. Блин, ты посмотри. Это было не очень хорошо. Понятно. Блин, да что ж такое? Давайте, ребят, выходите. Просто расстрелять вас, короче говоря. Слишком уж тут маленькие расстояния для направленных взрывов. Где второй? Лежать. Хорошо. Так, чем не ниже? Или сюда? По крайней мере, патронов с вас возьмем, сохранимся. Вообще, мне кажется, что мне ниже нужно идти. Но отнюдь не факт. Подожди, а я тут был, нет? Так, кольт. И все, что ли? Да, похоже, я был прав в своем убеждении, что мне нужно идти дальше вниз. Закрыто. Да, точно. Ну ладно, сохраняемся. Gotta be Butch Cassidy and the Sundance Kid. A hero's end. Going out with guns.
guns blazing. Never heard of it. Твою мать, ты еще живой, что ли? Говорили про Буч Кэссиди и Санданс Китер. Ой, что такое? Что это было? Офигительный, кстати говоря, вестерн. Один из моих любимых. Так, ребятки, что-то мне не понравилось ваше поведение. Ой. А, вот, смотри, замануха. Не очень хорошо прошло. О, тут уже спецы. Так, подлечимся тогда давайте. Да, собственно, возьмем обратно кольт. На дальних расстояниях он все-таки предпочтительный. Да успокойся ты уже. Хорошо. Блин, да чего эта игра все-таки учит играть в шутеры? Современные игры не учат играть в себя, потому что там начальный багаж, который у тебя есть. То есть ты маленько приучился целиться, стрелять, перезаряжаться. Вот он тебя и протащит через всю игру, там сложность капитально возрастет. А здесь вот по сравнению с тем, что было в начале, сложность просто десятикратно, наверное, увеличилась. Но при этом и ты приучился к этой сложности уже в будущих играх, которые ты будешь играть. Тебе вот этот вот скилл, он поможет. То есть довольно-таки развивающая, можно сказать, игра, развивающая реакцию, внимательность. Ой, мне опять эти мины. Так, ну здесь, я так понимаю, только с помощью гранаты можно что-то решить. А если бы не было гранаты, что бы я делал? Да, ёлы-палы. Так, сохраняемся. Так, все, похоже на выход. Глава 6, часть 3. Интересно, последний, нет? Those dreams were always nightmares of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose. Его братью какой-то серьезный паря. Ах, скотина, маленько растерялся. Но мне практически 100% хана уже. О-о-о. Так, мне нужно что-то, что можно было бы использовать в качестве аптечки. О, нифига себе. Вот дела. The inner circle had quite a track record. Так, давайте запишемся, потому что жизни все еще есть. Я думаю, так интереснее будет. Project Valhalla had not been the only thing the inner circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Да-да-да. Капец, если так подумать, да? Просто капец. Ой-ой-ой, ребят, мне хана. То есть с чего мы начинали? С мелких мафиозных группировок, даже не группировок, а одиночных гопников. И заканчиваем уже натурально, я даже не знаю, как это назвать, преступным синдикатом или корпорацией зла какой-то. Ну, короче говоря, это просто офигеть. Так, ладно, мне нужно подниматься, похоже, и надо сохраниться. У меня один из патронов, конечно, было. Ну, давай. Так, все. Кольт кончился. Но есть еще полно патронов к Инграму, которых, в принципе, восполнять негде. А нет, он опять взял кольт. Инграм я бы хотел оставить на крайний случай, потому что два Инграма — это страшное дело. Если случится оказаться в, к...
кругу врагов, то два Инграма, я думаю, меня спасут. Я тебе кину. У нас один кидал. Так, она не взорвется. Давайте сохранимся еще. Отлично. Так, сохранение. Это прекрасный повод сохраниться. Что это там за вертолетные звуки? Ой-ой-ой, какое нехорошее место. Твою мать. То есть вы видите, да, что происходит? Огромный зал. Куча врагов. О, ребята. Скотина успел куснуть чуть-чуть. Так, ладно. Жив пока. Пока жив. Да, откуда угодно можете прилететь. Ой, блин. Что-то с лестницы не очень хорошо получилось. Ладно. Поэтому, я думаю, я подняться не смогу. Ну, естественно. Так, хорошо. Так, мне интересно, в эту сторону или туда? Давайте сюда сходим. Подожди, да? Не самые хорошие ребята. Отлично. Жрут! По-любому отжирают хоть кусочек здоровья, но успевают. Это, по-моему, печально. Так, а здесь больше ничего нет? Снайперская винтовка, зачем она мне? Ну, по крайней мере, хоть что-то. Патроны, конечно, на них потратил печально, но... Ничего, я это переживу. Блин, не люблю большие открытые территории. А, живой еще. О, блин. Вот это были танцы. Танцы с саблями, как говорится. Так. Тут ничего не кажуть. Ничего не кажуть. Ну ладно. Слабаки кругом. Как страшно жить. Так. Вот так тебе. Заметили, спецы ходят с инграмами, с пистолетами, то есть они тяжелое оружие предпочитают не носить с собой. Рассчитывают больше на свой скилл, но стрелять при этом, надо отметить, крайне хорошо. 4 патрона на одного врага еще может хватить. Так, бежит, по-моему, оттуда. Ой, ой-ой-ой, со снайперкой. Хорошо, хватило как раз. Ох, какая у него рожа, смотрите, расстроенная. Батюню! Пошел, хорошо. Блин, это тайное сообщество, конечно. С помпой у них все. Монумент, как в Вашингтоне. Так, ладно, снайперская винтовка, я думаю, тут будет не самым лучшим решением. О, очередной спуск. Но в этот раз у нас нет кольта, поэтому этот спуск, я думаю, будет полон боли. Ой, ёлы-палы. Ладно, хоть не попали.
Да дохните, мать вашу! Да, дробовик уже не особо котируется. 10 патронов. То есть где-то 2 врага в среднем. Странная дверь какая-то черная. Сохраняемся. Так. Да что ж ты не дохнешь-то, мать твою за ногу, я ж тебе в голову попадаю. Может, я не попадал. Ну да ладно, зато сканал патрон для кольта. У меня их и так не особо много. Чтобы еще раз базаривать. Так, подожди-ка, это что там за труп лежит? 2 патрона, это печально. Я тут был, нет вообще? Что тут трупы лежат? Я уже запутался, честно говоря, я тут столько кругов нарезал. А, скотина! Меня, кстати, давно не убивали, вы заметили? Как бы не сглазить, но... Так, снайпер. А нет, вон снайпер. Я так знал, что меня сейчас убьют. Да ты живой, что ли, еще? Приятно полетать. Хорошо. Так, давай иди сюда. Пес. Да ёлы-палы. Ладно, я тебя убил выстрелом в плечо. Так, хорошо. Куда я иду вообще? Я, честно говоря, уже запутался. Мне кажется, что вот эта вот дорога, по которой я сейчас иду, это чисто тут патрончики лежат. Больше тут ничего нету. Хотя могу ошибаться. А, так. А нет, смотри. Я тут не был? Не был. Точно не был. Ловите подарок. Так. Ну ладно, все хорошо вроде. Ребята очень так презрительно отзывались от ЦРУ, ФБР. Типа на корпорации работать куда круче. Что-то они тут натворили, надо отметить. А, подожди, я же отсюда и бежал. Из этой комнаты. Так, хорошо, что мы тут имеем-то? Выход? Так, тут у нас ничего? Нет, ничего. Стрелять на поражение. Ёлы-палы, сколько вас тут? Так, я сохранился. Минус один. О, музлом какой-то. Ах, скотина. Это будет не очень приятно. Так, сохранение. Готов, дружок. Ой, там еще бегут. Ёлы-палы. Давайте, блин, выручай мой арсенал.
Одна глава осталась. По-моему, я не попадаю в него. Уф, так. С Богом. Да, по жизням просто прекрасно. Так, все похоже. Хорошо. Это было не так сложно. В сравнении со всем, что мне пришлось уже пережить за сегодняшнюю серию, это было скорее обычно. Рутинное убийство нескольких десятков спецов. Так, ну что, мы выходим отсюда, похоже. Да. Бля, надо сказать, зубодробительная была миссия. Это, по-моему, было прекрасно. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge, old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. Вот оно, собственно. Мы приступаем к финальной миссии, судя по всему. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. Ну и что, давайте на этом прекратим эту серию. Могу сказать, что возможно в этой, возможно в следующей серии мы, скорее всего, пробьем эту игру уже. Пробьем, говорю. Пройдем. Ой, блин, это, по-моему, круто. В последних миссиях я просто... Мне и раньше было тут интересно стрелять. Но тут пошли такие зубодробительные перестрелки, что я натурально начал получать от этого удовольствие. Надеюсь, вы получаете удовольствие от просмотра, потому что, в принципе, все это круто, но, к сожалению, скоро это заканчивается. То есть, либо в следующий, либо через одну серию. Не знаю, как там получится. Ну, короче говоря, с вами был Артур. Увидимся в следующих сериях. Всего хорошего. Пока-пока-пока.